Чебоксарах появился новый троллейбусный маршрут и изменилась схема движения двух других. Троллейбусы под номером 22 будут ходить по тому же маршруту, что и 49-я маршрутка. Улица Энтузиастов, проспект Никольского, улица Гузовского, проспект Горького, улица Университетская и обратно. В часы пик каждые 8 минут. А вот непопулярный 7-й троллейбус ездить больше не будет. Вместо него по улице Мичмана Павлова и Московскому проспекту будет 21-й троллейбус. 21-й маршрут немножко изменили. Мы его закольцевали в северо-западном районе. Раньше он ездил до университета напрямую, потом возвращался обратно по своему маршруту. Теперь он едет до университета. В университет до конца не едет, заворачивает на Мичмана Павлова после, после бульвара юности. Как бы на Мичмана Павлова и вывозит пассажиров с этой улицы. И еще одно изменение. Троллейбус номер 9 перестанет ходить по улице Гагарина, зато будет заезжать на Красную площадь.